Чего тут же все? Я ничего не делаю, я вот только руками. Что я вам хочу подсказать? Я сейчас смотрю, и каждый из вас неправильно берет захват. Дзюдо вообще-то зависит от того, как я свой захват навожу ему. Из этого я выхожу, и надо встречать всегда руками. Любой захват, который он сам протягивает, видите, он протянул захват, я его должен встретить. Вот, я его провожу. Сюда он протягивает. Я ее отсюда срываю. Вот я беру захват здесь. Вот. Мне его не надо. Я с ним двигаться должен. Вот почему я вам говорю вот это движение. Вот, на раскрытие. Вход в бросок на подхват. Ну, в мухачах, в некоторых весах он, можно его делать с одним входом. Ну как у нас тяжи были, я с тяжами боролся. Я его делал в два этапа, может и в три этапа. Отсюда уже зависело, как я его выведу из равновесия. Вот. Классическая стойка. И вот ход в подхват. Видите? Я ногой практически ничего не делал. Ногой только помогая. Вот здесь и полный, как говорится, в сборе бросок. Вот. Еще может быть, я может что-то пропускаю, если у вас есть до тренировки именно. Очень хорошая была вот здесь вот демонстрация захвата, правильное постановление пальцев. Обратите внимание, как захват. Смотрите, я вам не говорю, вы можете брать и такой захват, и такой захват. Это уже от вас. Но вообще-то я вам скажу, вот так захват брать. Потому что такой захват очень трудно сорвать. Потому что здесь у тебя возможность двигаться пальцами, играть, разводить его куда хочешь, двигать. А если я возьму вот такой захват, вот такой, то он ограничивает движение. Куда палец большой смотрит, туда надо и тягу делать. Он под подхват идет вот сюда, наверх, вот. Видите? Раскручиваю. Не надо поднимать. То, что вы поднимете его сверху, дадут и пор. Отсюда тоже и пор дадут. Но здесь вы минимализируете, да, контрприем. Потому что, например, если ко мне часто вот так подходили в корпус, и они постоянно, ну, хотели бедро делать, но получалось у них так, они думали. Ну, здесь, соответственно, да, вот, вот все, мне главное корпус поймать, оттуда уже все идет через грудь и обратно в бедро. Вот тут я уже слышал несколько просьб продемонстрировать технику тамоэнаги, упор ноги в живот. Варианты, может быть, комбинации, выведения из равновесия, базовая подготовка под этот бросок. Йока тамоэнаги, то есть боковым движением, или классическим тамоэнаги через голову. Я вам сейчас покажу. Чем ближе вы находитесь к его ноге, ваше плечо, тем легче вам вот этой ногой потом сбрасывать. Желательно вот сюда. Не сюда, никуда, а вот сюда. Вот.
И отсюда переход на Африку. По идее, здесь ничего такого нету сложного. Вам надо его нагрузить. И у него автоматически срабатывает рефлекс. Вот, он выпрямляется. Видите? А вы ему придаете инерцию, и все. Вот. Можно контролировать. Это ногой тоже. Когда вы заходите, вот. Вдруг что-то не получилось, и он сопротивляется. Так кто тренируется, я или? Срывы. Показать. Давай в комплексе тогда. Тамой наги, чтобы мы смогли Что именно? Что именно тамой наги? Комбинацию, то есть подсечка, например, там, с чем комбинировать можно тамой наги. И еще выведение за завеси, то есть движение за собой. Ну здесь. Движение. Просто в движении, да. Сам бросок, как он выглядит от начала и до конца. Вот вы его нагружаете. Делаете шаг. Заставляете его делать шаг. Вот нагрузку. Вот. Видите? Он выпрямляется. Дайте ему возможность самому выпрямиться. Потом уже отсюда нога. Ступню надо класть вот так, ставить в упор, чтобы вы могли носком сбросить вот так. Вот. Сейчас возможность, нет, вот, ногу со мной и потом выпрямить. Это делается, вот показывается, вперед. И сразу же автоматически проваливается. Да. Желательно ломать здесь шею или вот с этим захватом. Отсюда можно и этот прием делать. Подхват, да, подхват, вариации, по две ноги подхват. Подхват, ну, классический. Подол. Вот так. Рейд.
Давай! Не плачь, Саша, не плачь, Саша. Гоняй! Поворачивайся! Давай, 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 давай,